нравится? Да. А что там ты видишь? Делают конфетки, которые я сейчас буду пробовать. Ты будешь пробовать, как ты конфету заказываешь себе, да? Да. Какой-то заказ, еще одну зеленую. Все на глазах у тебя, да? Ну, так хочу открывать вот. Так это настоящий водопад, да? Да. А вот это из радости. Красиво, да? Обалденно. Сверху ананасные огурцы, а внутри шоколад. Сладкое? Ну, вкусное вообще? Нет. Не понравилось? Мясное просто. А ты возьми апельсиновую. Не ешь мясо. Ну, не мясо. Хорошо, потом будет мясо. Возьми, не сыр. Апельсиновая? Вверх, как апельсина с кабаком. Внутри тоже шоколад, какие-то орешки. Ну, вкусно? Да. Это вкусное, да? Ну, мятное просто не для детей, наверное, для взрослых, да? Ложечки, ложечки. Даже я не поливаю вообще. Ну, пошли витрину покажем. После витрины холодно стоят. А, ну с улицы. Ну это естественно. Красиво все, да? А вон кнопка внизу, Лиз. Не? Не работает. Один, не работает. Попробуй присесть вот тут за столом. Удобно? Ну что, Лиз, понравилось? Кафе очень понравилось. Еще можно наблюдать, как ну, там печенью делают тортики, всякие. Конфеты. Да. Ну все прекрасно. Да. Еще придешь сюда? Да. То есть тебе понравилось? Мне понравились цветы живые. На стенке живые цветы очень понравились. А мне водопад. А тебе водопад.